Первый цех по производству азотной кислоты – ровесник самого предприятия «Гродно-Азота», а в масштабах развивающейся и модернизирующейся промышленности – это солидный возраст. Новый цех по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений пришел ему на смену. Символическим нажатием на пусковые кнопки его запустили в этот четверг. В проект было инвестировано более 220 миллионов белорусских рублей. Его запуск позволит снизить энергозатраты, а кроме того, производство азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси теперь будет более щадящим для окружающей среды. Введение нового цеха – это еще и создание 68 новых рабочих мест. Здесь очень много систем управления, то есть все управление процессом осуществляется на базе микропроцессорной техники, что требует минимального количества людей, но есть параллельно с этим требования к этим людям, что уровень их некомпетенции должен гораздо быть очень, очень большим и высоким. Эта продукция востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. Весь мир производит выпуск азотной кислоты. Азотная кислота это является сырьем для многих продуктов. Такой, в частности, как нагородный азот выпускается для получения жидких азотных удобрений. Работа нового цеха позволит полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка в азотной кислоте и жидких азотных удобрениях, а также поможет предприятию быть значимым игроком в этой сфере на внешнем рынке. Предприятие «Гродно-Азот» входит в состав концерна «Белнефтехим», где за развитием такого промышленного гиганта, как «Гродненский азот», следят с пристальным вниманием. «Гродно-Азот» реализовал этот проект, это как такая небольшая прелюдия к основному инвестиционному проекту – это строительство нового азотного комплекса, который они должны в ближайшее время реализовать по поручению нашего главы государства в самые кратчайшие сроки. Если говорить про другие значимые инвестиционные проекты, это то, что сегодня реализовывается на наших нефтеперерабатывающих заводах, в первую очередь. Это комплекс гидрокрекинга на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и комплекс замедленного коксования на нафта.